Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Нет, это не шампуры с шашлыками. Это новые ножи. Вот такие вот. Без ножен. Просто вот такие вот. Сапожный нож, да? С извращениями. Вот такими вот. Я видел передачу про таких вот каннибалов, которые носили с собой черепа своих врагов, которые усушенные, вот, небольшого размера становятся. И подтолкнуло вот на такой вот работу, если так можно назвать. Уже с год, как они готовы, просто вот сейчас заделал. И еще сейчас пошла мода в каком-то, ну вот, в разных отраслях, например, это в одежде, в кулинарии, например, ну в разных, да, вот это один материал выдавать за другой материал. Примерно то же самое у меня. Вот этот рог, это рог оленя, я его выдаю вот как бы за дерево, вот оно. Фактуру дерева должно было повторять. Насколько это удалось. Надеюсь, камера передаст. Дерево такое, как будто резные резали именно вот эти вот туземцы. Правда, сталь здесь американская. Вот такая вот. Сейчас я вам скажу. CPM S90V. Здесь каждый покажу. Здесь есть несколько видов стилизации. Вот это вот под малазийской стилизацией. Часто они режут именно так вот черепки. А здесь подвес медный. Медная проволока. И вот это основное, это латунная проволока. Также я сниму на природе, чтобы цвета так не играли. Единственное, на природе не видно, как они блестят. Здесь травление у всех, вот то, что вот видите. Здесь не линия хамона, это тоже травление в некоторых. Вот у некоторых еще также здесь есть такие белые прожилки. Это не ошибка, это не брак. Это я пытался сделать сухожилие. Это делается при тонировке клея какого-либо, он не проникает, а подкрашивает. Я знаю, этот, ну, что такое есть. И я сделал так, как делать, где сухожилия связывают череп основной верхней и нижней челюстью. Здесь есть такие сухожилия. И вот я их имитировал. У некоторых просто обработал, убрал. У некоторых оставил. Вот, чтобы... Ну, чтобы не одинаковые были все работы. Вот это чуть-чуть другие уже. Это более африканский вид. Вот они часто так режут черепа. Вот так вот видел у нескольких резчиков японцев. Здесь вообще интересно получился. Он цвет, тонировка получилась интересной. И форма другая. Ну, в общем, вот такие вот работы. Без ножа, повторяю. Ну и относительно недорого. Ну вот, я не знаю, кому-то дорого будет, кому-то недорого будет. Будет ссылка, одна упала, точно продастся. Вот такие вот работы. Всем пока, всем здоровья.